При... Привет, Николай! Привет, Юра! Я хочу напомнить, что в феврале, в феврале 2021 года мы с тобой записали видео, там где ты перечислил 7 тантер для разработчиков усилительной аппаратуры усилителей оконечных и за последние два года я знаю, что ты не просиживал зря, а запатентовал новое решение ВВ-21 с выходным каскадом в новом классе АББА. И мне интересно, и всем интересно, какие новые фичи ты там ввел, может быть, новые тантры появилась. Расскажи, пожалуйста, об этом. Да, Юра, не сидел, не почивал на лаврах, а два года вкалывал. Как это не смешно в моем 68-летнем возрасте. Значит, действительно появилось еще две тантры, которые позволят ну, на порядок еще, или даже на два порядка улучшить ВВшник 89 -й. чтобы было понятно нашим зрителям, особенно твоим зрителям, акустикам, которые не особые спецы в схемотехнике, мы построим, наверное, с тобой разговор сегодня так, что я тебе буду задавать наводящие вопросы, а ты в формате просто о сложном будешь отвечать на мои вопросы, где надо я подправлю, чтобы было понятно, не особенно подготовленным схемотехникам. А для подготовленных схемотехников, э, которые не захотят слушать э, нашу 15-минутную передачу, я сейчас буквально в двух фразах сформулирую восьмую и девятую тантру. Но это для спецов. Давай. Значит, восьмая тантра э, звучит примерно так. Произведение коэффициента гармоник э, выходного каскада без учета обратных связей на петлевое усиление не должно быть больше единицы. Это первое, то есть восьмая тантра. А девятая тантра звучит примерно так: GM даблинг формирует ступеньку, которую можно скомпенсировать вторым параллельным выходным каскадом в режиме класса B. Вот все. Вот это сжатая формулировочка для спецов нашей сегодняшней беседы. Наверное, тебе тоже не все понятно или почти ничего не понятно. Поэтому давай начнем э, рассматривать восьмую тантру. Итак, что такое восьмая тантра? Те ребята, которые смотрели мое предыдущее кино, я его заснял, по-моему, в феврале 2023 года, оно у меня в ютубе есть и называется «О мнимых улучшайзерах схемотехники ОМЗЧ». Я там этот вопрос частично затронул. Заключается? Да, 8... это в декабре было прошлого года. А в декабре? В декабре, в декабре 2022 mm -hmm. Да. Ну, опубликовал, может быть, даже в, в то ли в декабре, ну, короче, зимой. Вот. Значит, э, mm -hmm. получается следующая вещь, Юра. Давай начнем вот в формате просто о сложном. Скажи мне, пожалуйста, Юра, если у меня на выходе выходного каскада усилителя мощности с амплитудой сигнала 50 вольт и собственным коэффициентом гармоник этого каскада 0,1%. 0,1% это сколько? Ты, а, одна тысячная часть, да? Так вот, если у меня 50 есть да, да, если у меня есть пятьдесят вольт выходного напряжения с клиром 0,1%, то какое напряжение искажений будет на выходе этого каскада? 50 милливольт. 50 милливольт, совершенно верно. 50 вольт на 0,1% 50 милливольт. Совершенно верно. Что делает усилитель современный транзисторный с э, глубокой обратной связью, которая характеризуется петлевым усилением по этой цепи обратной связи. Петлевое усиление это произведение всех каскадов, которые произведение усилений из этих okay. самых, и, э, э, значит, которые входят во всю петлю общей обратной связи. Так вот, э, что произойдет с этими 50, -50 милливольтами, если у нас э, петлевое усиление будет, скажем, 60 дБ, то есть та же самая тысяча раз. 50 милливольт. Ну, раз увеличится. Да. В тысячу раз увеличится. И придет по петле усиление к самому медленному и самому искажающему каскаду всей этой петли. Вопрос к тебе. Во всей петле современного усилка транзисторного, какой каскад самый медленный и самый искажающий? Ну, выходной, конечно. выходной, потому что самые толстые транзисторы, во-первых, там они самые медленные, и во-вторых, самые большие перепады токов и напряжений именно в выходном каскаде. Они а в усилителе напряжения и емкости и, переходов. Да, же да, там, да, там, да, 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 совершенно верно. То есть самые толстые, самые медленные, самые искажающие это выходной каскад. Так вот, смотри, что получается. Если у нас 50 милливольт вот эти умножаются в тысячу раз они приходят, грубо говоря, к транзисторам выходного каскада усиленными в тысячу раз. То есть 50 вольт. Правильно? 50 милливольт умножаем на 60 децибел. Вот. И получаем 50 тех же самых вольт. А теперь, ну это в правильном, так сказать, предельном случае. А теперь, Юра, я еще один тебе задам вопрос. А что если мы сделаем такой новом, ну, как говорится, финт ушами, чтобы переплюнуть в МЗЧ высокой верности Сухова 89, как делали вот последние там 10 или 20 лет все э, крутопальцевые, но на самом деле не особенно специалисты в схемотехнике усилков. Они просто увеличивали петлевое усиление. У Сухова было 60 или 70, а они делали 80, 100, там 120. Понимаешь? И говорили, что мы ж у сухого 60 дБ глубина обратной связи, а мы сделали 120. Мы в тысячу раз лучше сухого. Правда? А теперь давай посмотрим, что на самом деле происходит, если мы вот эти 50 мВ искажений, да возьмем, засунем в петлю не 60 дБ, а 80 дБ, то есть в 10 раз больше. Ну-ка посчитай, что произойдет с 50 мВ, если мы их увеличим не в тысячу раз, а в 10 тысяч раз, сколько у нас должно получиться ну, напряжение? Ну, ясен-красен. Будет 500 вольт. 500 вольт. А теперь, Юра, я задам тебе еще один вопрос. А какое напряжение питания у наших э, транзисторных усилков? Есть там 500 вольт? Ну, нет, конечно. Ты делал нет. 50 плюс-минус. Я лично ну, делал 83 минус. Ну, 80. Не 500, правда? Значит, отсюда нет. совершенно четко, по-моему, для всех должно быть понятно, что вот эта вот восьмая тантра, то есть произведение коэффициента гармоник выходного каскада без учета ООС, умноженное на петлевое усиление петли ООС общей, не должно быть больше единицы. Если оно больше единицы, вот как здесь у нас получается 10, то усилитель напряжения просто войдет во что? В ограничение. И будет то, что называется феномен Мертвого звука. То есть звучание вроде бы по, 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 по приборам, если мы килогерцовую синусоиду туда запузырим, то вроде килогерцовая синусоида будет искажена меньше, чем при 60 децибелах петлевого. Но если подастся туда э, какой-нибудь сложненький сигнал, каким является звуковой сигнал, с хорош, хорошо насыщенными высокими, то у нас просто-напросто усилитель напряжения будет на пиках этих сигнальчиков заходить в ограничение, в результате мертвый звук. Ребята борются с этим вопросом э, так называемыми мягкими ограничителями, то есть ставят э, в... Софт-лимитер, Софт-клиппинг, софт то что называется, понимаешь, Юра? А что такое софт-клиппинг? Любой софт-клиппинг это не линей... не, ну Это да, это вредно. Это диоды, это введение в mm. усилитель нелинейного ограничителя, мягенького, чтобы не, не такая mm -hmm. ступенька была, а мягенькая. Так нахрена мне это надо? Я делаю усилок сверхлинейным, а потом всовываю в него нелинейные диоды. Вот восьмая тантра. Это тантра понятно, да. Про единичку понятно. Понятно. Хорошая да? тантра. Вот. Теперь очень интересные и важные выводы из этой тантры из восьмой. Угу. Если взять, значит, классификацию выходных каскадов: класс Д, класс Б, угу. класс АБ и класс А, там скажем, да, значит, то, скажем, в классе АБ типичный коэффициент гармоник выходного каскада 0,1%. В классе Д, внимание, 1%. То есть в 10 раз больше. В классе Д, если брать Шимовскую вот этот вот выходной каскад, у него собственный клир, когда нету обратных связей. 1%. Это не моя цифра, это цифра... Но ну, они же с обратными связями, в основном. Записанная делают. в статье э, Апологета класса D Бруно Путиса в 2006 году, когда он написал, что такое энклон, да, Так вот, он написал, что я как ни старался, у меня получается без обратных связей э, в классе D э, сам каскад выдает от 2 до 1%, а самый лучший 1%. Вот у него был до того UCD, там 30 дБ было петлевое усиление и 1% э, искажений самого каскада. Так, э, значит, потом был n Энкор, а у которого 50 дБ обратная связь, а потом Айгентакт, у которого 75 дБ глубина обратной связи. То есть его усилки 30, 50 и 75 дБ, глубина обратной связи, а выходной каскад остается такой же. Его улучшить невозможно, ну, принципиально невозможно. Это сам Бруно Пульзи в своей статье. Я в ютубике у себя скинул эту статью. Ну понятно, М хорошо. Можете найти. ее на сайте purify в, 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 ну в, сам бронопузис написал значит 1 да значит а что такое 1 процент клира юра это значит если 1 процент то я максимум обратной связи могу допустить там сколько децибел 40 правильно вот это восьмая тантра, что если у меня 0,1, то я могу 60 дБ глубину обратной связи дать. Если у меня 1% искажения, а не 0,1, я уже выше 40 не могу. Мне надо тогда будет выпендриваться с софт -клиппингом. То есть чем хуже выходной каскад, тем меньше я могу допустить глубину общей обратной связи. Ну, как бы оно, видишь как друг на дружку наезжает. Чем хуже выходной каскад, тем меньше я могу в него запустить обратную связь, чтобы не ввести усилитель напряжения в ограничение. Вот. И дальше, сейчас перейдем к девятой моей тантре. Девятая тантра моя касается нового значит, класса усиления, который я обозвал как Абба. Ты называл АББА, я сокращенно Абба. Что этот класс дает? Очень простыми средствами я две пары раздвигаю по начальным токам. У одной начальный ток в режиме класса АБ, у другой в режиме класса Б. Ну почти класса Б так. Но они так соотносятся друг к дружке очень хитро. Это мое ноу-хау как это вычислить и как это согласовать. И вот этот вот класс АББА, он дает искажение не 0,1%, а 0,01%. Еще в 10 раз меньше и лучше, чем класс АБ. Это значит, что Юра по восьмой тантре, что я могу глубину обратной связи, общую петлевую, сделать уже не 60, а 80. И тогда 80, у меня усилитель да. напряжения не перегрузится искажениями. То есть тем, чем лучше у меня выходной каскад, тем глубже я могу запузырить беспроблемно без всяких софт-клиппингов общую обратную связь. То есть, если у меня мой значит, выходной каскад в классе Абба дает 0,01%, я могу спокойно сделать глубину оба, общее пепедлевое усиление не 60, а 80 дБ и таким образом получить искажение уже не на порядок, а на два порядка меньше. Так оно и получилось. Если ты помнишь, в 89 году, в ВВшнике 89 у меня клир был одна тысячная процента. Сейчас только благодаря тому, что я использую новый класс Абба, у меня в 100 раз меньше искажения. То есть не одна тысячная, а одна тысячная, даже меньше. В связи с тем, что у меня и комплектовка новая. Лучшие операционники, лучшие э, выходные транзисторы. Вот. Понятненько, да? Вот как я подготовил переход к девятой тантре. Теперь начинаю объяснять на популярном уровне, что такое класс АББА и почему он настолько эффективный. Там всего дополняешь обычный транзисторный каскад двумя резисторами постоянными и получаешь в 10 раз меньше. Нелинейные искажения именно в той области, которая критична для слухового восприятия. То есть то, что Нельсон Пес называет Fast Watt. Первый ватт. На мощности там киловатт, где уже у всех уши. А там вот в этом, на, на, той, на том уровне мощности, который характеризует то, что называется прозрачность звучания. Один ватт. Так вот как раз в области одного ватта класс АББА. Дает искажение на порядок ниже, чем класс АБ. А теперь, Юра, буду тебе наводящими вопросами, значит, задавать, собственно, конфигурацию класса АБ. Итак, смотри, есть у нас класс Б. Это когда у меня ступенька в начале есть. Почему? Потому что этот уже открылся, а тот еще, э, вернее, этот еще, этот уже закрылся, а этот еще не открылся. Есть маленькая ступенька. Вместо того, чтобы класс Б применять, давно уже начали все применять класс АБ. Что такое класс АБ? Это класс Б только с э, относительно небольшим, но значит достаточно большим, но не таким офигенным, как в классе А начальным током. То есть от нуля выходного напряжения до какого-то небольшого значения, у нас оба транзистора выходных, ну, в двухтактном, в этом самом, верхний и нижний, они как бы работают одновременно, включены. А потом, как переход от класса А к классу Б, вот этот вот переход уже идет класс Б, класса Б. То есть, начало, при малых уровнях класс Б работает как бы как класс А, то есть оба транзистора включены и работают как класс А. А выше какого-то уровня нижний отрубается и работает только верхний или только нижний, в зависимости от полярности выходного напряжения. Это понятненько. Да? Это класс АБ, который достаточно давно известен. Но, Юра, у класса АБ тоже, оказывается, есть ступенька. Она не такая большая, как у класса Б, и она Соответствует вот этой вот границе э, Перехода э, Между классом А и классом Б В, класса, в классе АБ Есть вот этот вот переходик небольшой Он обычно в районе там э, Ну десятых долей Ватта Но что он из себя характеризует Когда у нас работают э, Два транзистора В режиме класса А Они оба как бы открыты И они оба производят усиление а когда у нас переходит э, выходной каскад в режим, вот этот вот, за этот порожек, когда уже нижний начинает закрываться и верхний начинает уже работать в режиме класса B, то что происходит? У нас нижний транзистор отрубается. Он уже в усилении не принимает участия. И у нас дальше при, при увеличении выходного напряжения работает только один транзистор. То есть, на что я хочу заострить внимание. У нас в начале работают оба транзистора. А выше этого вот порогового уровня работает только один транзистор. Теперь начинаю задавать тебе э, вопросы наводящие. Когда я рассматривал вот в том кине, которое о мнимых улучшайзерах э, схемотехники МЗЧ, о так называемом это самое, э, сим симметризации усилительного напряжения. Помнишь, я там говорил, что если у нас верхний транзистор и нижний транзистор работают то происходит всего лишь удвоение их крутизны ну попросту смотри у нас есть один транзистор открытый и второй транзистор, тоже открытый, который параллельно этому включен по переменному току. Это значит что? Что у нас э, так называемая э, крутизна передачи, то есть выход, превращение выходного тока, деленное на превращение входного напряжения. Оно как бы удваивается. Логично? Логично. Почему? Потому что когда один транзистор, у нас вот это вот напряжение базы эмиттер есть, и выходной ток и коллектора. А когда мы параллельно по переменному току подсунем ему снизу в режиме класса А еще один такой же транзистор, у нас напряжение базы эмиттер такое же приращение, а выходной ток в два раза больше. То есть у нас происходит что? Удвоение переходной крутизны этого каскада, пока транзисторы оба работают в режиме класса А. А когда переходит режим класса АБ в режим уже Б, у нас нижний транзистор в усилении э, участия не принимает, и что у нас только один транзистор усиливает сигнал, то есть вместо э, удвоенной крутизны у нас получается одинарная крутизна. Это понятненько, да? Это, по-моему, очевидно. Тебе вот это понятно, да, что я рассказал? Да. Что, э, в, в режиме класса А у нас верхний и нижний транзистор по переменке работают параллельно, поэтому усиление даже не усиление, а крутизна передаточная вых... Превращение выходного тока деленное на превращение входного напряжения Оно вдвое больше, чем когда один транзистор работает Почему нельзя сказать, что усиление в два раза больше? Потому что у эмиттерного повторителя коэффициент усиления меньше единицы по напряжению И то, что у нас удваивается передаточная крутизна, это не значит, что у нас коэффициент усиления этого повторителя выше или ниже в два раза. Он на самом деле там изменяется, скажем, от 0,92 до 0,95, всего-то навсего на 3%. То есть вот эта вот э, ступенечка маленькая при переходе от режима класса А к режиму класса Б, она не такая здоровенная, как в режиме класса Б, когда у нас там просто ступенька на осциллографе видна, она у нас меньше гораздо, 3%. Но 3%, Юра, 3% клира, это много для ушей. 3% это даже в пьяном виде это самое, алкоголик заметит. Не то, что слухач нормальный. Так вот, основной недостаток класса АБ как раз вот в этой ступенечке, которая при переходе от А к Б. Вот. над этой проблемой в принципе люди знали, то что она есть, и пытались ее убрать в область более высоких мощностей увеличением начального тока транзистора выходного каскада. Вместо 100 миллиампер там 200 или 300, то есть практически переход от режима класса АБ в режим класса А. Тогда эта ступенька переходит в более большие мощности и ну, меньше заметно, скажем так. Но это тоже нечестный прием, потому что тогда при малых мощностях это нельзя назвать усилителем класса А, Б, это усилитель класса А. Скажем, есть такие, ну, что надо ему даже при выходной мощности 1Вт его уже обдувать, потому что он перегревается. Вот. Тормозну. Все понятно, что я рассказал? Если да. что тебе, тебе что-то непонятно, то задай мне уточняющий вопрос, я уточню. То есть, кратко, в режиме класса АБ до того, как один из транзисторов переходит в режим класса Б, оба транзистора работают в режиме класса А. У них... Ну, э, это известный факт, да. да, давай, да у них передаточная крутизна вдвое больше. И коэффициент передачи значит, тоже больше. Но ну, он не в два раза больше, а там от 0,92 до 0,95, скажем, ну 3%, Понятно, или там да. от 0,94 до 0,97, понимаешь, увеличивается. Но важен факт то, что при переходе из А в Б коэффициент этого усиления немножко уменьшается, и ступенька все равно видна. Если ее хорошо растянуть на осциллографе, то ее все равно видно. И видно, как эта ступенька будет у тебя уезжать, если ты будешь увеличивать начальный ток э, коллектора, выходного каскада увеличиваешь его и ступенька уезжает в более высокие мощности выходного это сам, выходной, выходной мощности да ну любой симметричной схемы будет такая ступень. ну у любой двухтактной не столько симметрия это ну, двухтактной. Да да да. Да, да 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 правильно назвать двухтактной не не да, вот. да 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 угу. понятненько да теперь что придумал я в классе АБ и не просто придумал а подал заявку на изобретение и получил положительное решение, и есть уже патент. Пусть хейтеры теперь попробуют кто-то наехать то, что кто-то раньше придумал, чем Сухов это дело. У меня есть официальный патент, причем не на полезную модель, а настоящий патент исключительного права на изобретение. Это значит, что мое схемное решение прошло полную схемотехническую экспертизу патентными экспертами. И в описании изобретения Там есть пять э, Или шесть источников С которыми они сравнивали это дело Ну да ладно Это такое, это формальности Патент короче есть Как у мистера долби Был патент на долби бинда долби си И потом на долби эста Так у меня сейчас есть на, мой патент На класс абба Так вот что придумал я Я придумал Добавить Основному, двухтактному каскаду, верхний и нижний транзистор, добавить еще один каскад, тоже из верхнего и нижнего транзистора. Но смещение этого каскада сместить так, чтобы эти два дополнительных транзистора врубились именно тогда, когда два первых транзистора начнут работать по раздельности. Вот именно на той вот ступенечке, да? Которая была, я добавляю дополнительных два транзистора в режиме класса B. Это значит, что когда ни... ну, вот в обычном каскаде у меня значит работали-работали они в режиме класса А, потом нижний отрубается, и верхний начинает работать как бы один. Так я вот в этот самый момент, и в этот самый такую там на самом деле не ступенечка, а такая немножечко пологая, слава богу, кривулька. Я в это же самое время добавляю вот этому верхнему транзистору еще один транзистор в параллель. А что такое второй транзистор в параллель? Совершенно верно. Тот я нижний, он отключился, а я ему вот в подмогу верхнему добавляю еще один верхний. Но это именно надо сделать именно в тот момент, когда нижний отключается, то я дополнительно к верхнему добавляю еще один дополнительный верхний. И таким образом у меня в любой момент времени от нуля до максимальной выходной мощности уже нету того, что при малой мощности два транзистора, а потом один. У меня два вот этих вот превращается в два вот этих вот. То есть у меня значит получается, что в режиме класса АМБА у меня получается, что постоянно крутизна определяются двумя транзисторами и таким образом у меня нету ступеньки и это и показывает... ты их резистивными делителями управляешь что ли? я там не управляю я специально ну это мое ноу-хау это даже не, не задаёшь, патентное задаёшь, изобретение. это мое ноу-хау я разработал свою собственную методу как сделать как во первых обмерить транзисторы какие параметры каких транзисторов надо обмерить чтобы узнать, где вот этот вот переход правильный, понимаешь? Потом я засовываю результаты обмера транзисторов в микрокап. В микрокапе э, есть режим оптимизации. Оптимизирую в микрокап. Ну, микрокап сам, во-первых, по результатам обмеров делает математические модели этих транзисторов. И потом эти математические модели я э, оптимизирую в микрокапе так, чтобы микрокап мне выдал, э, какие... Параметры моей схемы надо изменить под конкретные вот эти транзисторы. То есть то, что я разработаю под какие-нибудь, скажем, NGM 3118 или какие-то там КТ-812, понимаешь, они под друг дружку не подходят. Каждый транзистор имеет собственные вот эти вот наклоны, понимаешь? И каждый транзистор надо обмерить. Потом. Засунуть в математическую модель И оптимизировать в микрокапе После того, как микрокап мне выдает данные Я делаю железячную Значит Железячный вариант этого самого Каскада и убеждаюсь, что у меня Ну Типово на порядок уменьшены искажения Все Вот тебе девятая тантра То есть девятая тантра заключается в том Что э, вот этот вот Повышенный Слегка 4% повышенный горбик коэффициента усиления выходного каскада, который обусловлен тем, что в начальном участке они работают в режиме класса А. Я этот горбик потом исправляю в полочку линейную с добавлением каскада, который вспомогательный, который чуть-чуть с меньшим напряжением смещения, чем основной. Вот что такое режим класса АББА. Оказывается, он очень эффективный с двух сторон. Во-первых, в 10 раз меньше искажения его собственные до охвата обратной связи. А потом, учитывая то, что я с, с меньшим коэффициентом гармоник каскада могу увеличить еще в 10 раз глубину петлевого усиления, у меня получается усилитель с искажениями в, в 100 раз меньше, чем... Исходный ВВ-89. А, а сложность схемы увеличена на два постоянных резистора. Вот, Юра. Вот такая фигня. Хорошо, и скажи, пожалуйста, это все реализовано в твоем ВВ-21? Да, это все реализовано в ВВшнике 21. Угу. Вот, проверено. Уровни выходных каскадов. И сейчас реализуется, потому что сам же усилок, это не просто выходной каскад и так сказать, даже не печатная плата. К усилку прилагаются схемы управления, которая отслеживает все режимы, понимаешь? Вот, регулятор громкости, ну и всякое прочее претенденты. Вот это я сейчас занимаюсь. Ну это уже другое, мы же говорим о схемотехнике, Да, да мы говорим сейчас о схемотехнике, касаются схемотехники. мы говорим о двух тантрах Концов, дополнительных, да. Вот mm -hmm. такое. Хорошо, Николай, спасибо, это здорово. Давай подождем фидбэк, то есть обратную связь от Хорошо, зрителей. Турчик. Наверняка появятся оппоненты, да, кроме Данинга Крюгера. Значит. Мне бы хотелось, чтобы кто-то тебя подстегнул таким образом, чтобы развить еще дальше эту тему, то есть, схемотехнику, чтобы она не стояла. Сегодня, кстати, имел тут, беседу тут, с одним человеком да, тут у себя на работе. Вот. Он говорит, что это тупиковое направление, то есть ОБ-усилители, аналоговые усилители не имеют предложения. Индустрия замерла на них, отдыхает, как бы приводил мне в пример усилители класса D, на которых э, строится буквально вся индустрия Hy сейчас. Я, я вот я, поеду я в Мюнхен на и вот эту выставку. Я не да. да, ты говорил, я не я не менее что я не знаю, что я не знаю, что я не я вот поеду в Мюнхен не выставку что я не знаю, что я не знаю, что я и знаю, что я не знаю, что я не знаю, Наверняка больше интересует вот эта именно классика, то есть АБ. Потому что класс А, это как бы ничего нового в нем никогда не будет. То есть СЕ усилители, они стоят себе особняком. А вот эти вот, которым мы осуждаем, обсуждаем АБ, нуждаются в этих тантрах. И вот теперь их уже девять. Я думаю, что было бы здорово, если бы ты их выписал вот буквально в строчку у себя, где-то на Патреоне, который ты ведешь, или на своем канале, где-то лаконично бы выложил, чтобы было место, куда можно обратиться и все их прочитать. Да, Юра, выложу, да, выложу, да. Я, могу, кратко напомнить, 7, 8 9 мы только что с тобой сформулировали, а могу кратко напомнить первые 7 тантр. Первое Но танк... они здесь затеряются в этом видео, ты пойми, то а, есть это ну надо да, как-то да, отдельно, Терories. коротко. А -п -п Пу пусть Лагонично, посмотрят вот то видео, будет. которое два года назад мы с тобой засняли. Да. Там семь тантр разжеваны так же подробно, как мы только что с тобой восьмую и девятую да. Ну вот подробно это долго, и не всем, скажем, не все дождутся до этого момента. Ну, я выпишу, а вот так... да. Я, я выпишу да. в виде списочка у себя на Патреоне, да. Хорошо, давай тогда закончим на этом это давай, видео. Да. Спасибо тебе за встречу. хороший тебе Большой погоды. Большой тебе привет и... из э... да. Параскоттеня в Дрезден. Все, да, давай, пошел. да. Счастливо, всем. пока. Давай, угу. да, пока.